На контроле работы управляющих компаний. Совещание с представителями управляющих организаций провел заместитель руководителя администрации Щелковского района. Евгений Петеримов сразу обозначил задачи, которые должны выполнить компании для конструктивной совместной работы. Во-первых, составить график погашения долгов и предоставить его в управление ЖКХ. Во-вторых, представить в администрацию план развития организации, а также составить перечень проблем, которые есть у управляющих компаний. График погашения долгов – раз. Второе. Проблемные вопросы ваши. И третье, я просто еще раз говорю, это развитие ваших компаний. Также зам руководителя администрации рассказал о том, что работа управляющих компаний теперь будет оцениваться по баллам. Исходя из результатов, составится рейтинг. В начале месяца мы будем собираться. Потом особо одаренные будут постоянно у меня собираться. И в конце месяца мы будем подводить итог. Еще одну тему подняли на совещании. Щелковский район вошел в пилотный проект Министерства ЖКХ. С 1 ноября управляющие компании должны заключить договор с ресурсоснабжающими организациями о том, что жители напрямую будут платить поставщикам за электроэнергию, воду и тепло. Было принято решение напрямую передать полномочия всем теплосети, электросети и водоканалу, чтобы жители отдельно платили им. До 1 ноября мы подготовим постановление, разъясним жителям об этой ситуации. Евгений Петеримов отметил, что организациям нужно активнее работать с жителями, чтобы переход на иную систему оплаты прошел безболезненно. Мария Масайли, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».